С одной стороны, мы говорим коллективный Запад, и действительно коллективный Запад борется против России. Но с другой стороны, и внутри коллективного Запада есть свои проблемы. Вы знаете, у Сан Саныча Зиновьева, который был не только философом, литератором, социологом блестящим, но он еще был замечательным художником. У него есть такая картина, где стоят две крысы, большие, страшные, рисованные, они двумя лапками пожимают друг другу, а другими лапками за шею друг друга держат. Так вот, коллективный Запад, с одной стороны, да, он сражается на разных фронтах гибридной войны против России, а с другой, и внутри себя он совершенно разрознен и готов удушить своих партнеров, в кавычках, всеми имеющимися способами, в том числе и подставить. Макрон, как сказали в начале передачи, собирается под Одессу отправлять с 123-й, да, как пехотный полк, 126-й, вот, который еще во время наполеоновских войн отметился. Слушайте, ну это какие-то больные люди. А у них стигматы настолько гниющие и кровоточащие, что они не могут никак их залечить. У них фантомные боли настолько велики, что они никогда не могут простить нам наших побед. А, кстати, очень важно, что сила воли нации и государств зависит от его понимания своей победности. Вот у нас ощущение своей победности очень высоко. И мы знаем, что мы сделали в этом мире, как бы ни переписывали учебники истории. Конечно, в победном 45-м невозможно было представить то, что сейчас пишется в мировой прессе. Да? И даже в ряде отечественных учебников в свое время сейчас ситуация другая. Но мы-то все равно знаем, что мы сделали тогда. И более того, оккупанты, которые захватили Одессу в последние 30 лет, они тоже будут изгнаны. И мы это тоже прекрасно понимаем. Потому что у нас есть все основания для этого. И более того, мы понимаем, куда движется Запад. Тут в конце 60-х годов вышел замечательный роман Ивана Антоновича Ефремова, он называется «Час быка». Там выведены жители планеты Торманс, которые превратили жизнь жителей этой планеты в сущий ад, такой олигархическая система, которой стремительно идет современный Запад. Начиная от всех вот этих ценностей, якобы, которые превращают, делят, вернее, общество на долгоживущих, на категорию джи, это вот управленцы, олигархат, и гжи, это короткоживущие, которые, конечно, сначала касаются вот тех же украинцев. Это кто? Короткоживущие, которые идут радостно на смерть ради каких-то идеалов тормансианской олигархии во главе с Вашингтоном и Брюсселем, а управляют всем вот эти вот змееносцы. И будущее вот у этого Торманса, у западного, ну, конечно, незавидное. И я так понимаю, что наша победная воля и победная сила, и фантастическая история дает нам основание говорить, что победитель все равно в этой схватке, конечно, будет один. Но нужно еще постараться.